В колонию Кировской области направляется сейчас этап, в составе которого двигается к новому месту пребывания тот, кого еще некоторое время назад называли ночным губернатором Петербурга. От итогового срока в 24 года 63-летнему однорукому пенсионеру осталось 14 лет. Следственный изолятор Кресты включил осужденного Барсукова в этап после того, как прошли все апелляции законных оснований, для его пребывания на территории СИЗО не осталось. Об этом сообщил один из адвокатов осужденного. Его второй представитель, Константин Кузьминых, уточнил, что на данный момент следственные действия с Тверителем не ведутся и никакие суды не назначены. Адвокаты уточнили, что не имеют информации о точном нахождении их подзащитного. При этом этапированный Барсуков на зиму 2019 года продолжает быть фигурантом еще трех расследуемых дел. Так ему предъявлено обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Расследование ведет следственная часть УФСБ по Петербургу и области. А также он является обвиняемым в заказе двух убийств своих знакомых в начале 2000-х – Георгия Позднякова и Яна Гуревского. Дело ведет Следственный комитет Российской Федерации.